Всем привет! Итак, друзья, что называется, похолодало, утепляемся на зиму. Жилет с подогревом из Китая, с 11 зонами обогрева. Я брал на пробу две зоны, спина и вот здесь воротниковая зона, а так до 11 зон обогрева. Вот так он выглядит, сам жилет. Карманы достаточно емкие. До конца здесь на молниях, сама на молнии. Материал непонятно какой, и сама по себе какой-то утеплитель есть простроченный здесь немножко. Кнопочка включения. Так вот все выглядит изнутри. Здесь проходят нагревательные элементы. Повторяюсь, у меня две зоны куплено. Итак, здесь внутри кармашек тоже. Достаточно емкий. Я специально брал только на пробу две зоны, так как еще зоны бывают здесь, здесь, здесь. Но это картинки я выложу, или можно посмотреть, будет ссылки оставлю на сайте. До 11 зон обогрева. Там, так как сюда же пауэрбанк придется подключать, работает 5 вольт 2 ампера. Ниже, чем 2 ампера, работать не будет на выходе. Банк подключаем в этот же карман. Все, в принципе, удобно. Включаем. Долгое удержание. И три варианта короткие нагрева. 30, 40, 50 градусов. Итак, смотрим температуру. Сейчас температура комнатная. Я обойду, видно. 24 там, 25. Посмотрим, как он быстро нагреваться будет. Прошло минуты 3. Вот температура уже 40, 41. Греется вот две области, как говорил, и воротниковая вот здесь. Так на руку ощущается, конечно, намного жарче. Размер я брал 5XL. В принципе, самый большой. У меня рост 180 килограмм. И, в принципе, подошел нормально. Не на голое тело это, конечно, одевать. На рыбалку, на охоту. Ну, если когда у кого и дома похолодает, пенсионерам. Ну, на этом до свидания. Все впереди.